На двухдневный форум в Сочи прибыли участники азартного рынка, эксперты и операторы игорного бизнеса, в том числе зарубежные. В выставочном центре Уморпорта развернулась выставка оборудования для казино. Его представили ведущие компании. А в рамках конференции участники игорно-развлекательного форума обсуждали реализацию проекта игорной зоны в Сочи. Напомню, для открытия на курорте казино в федеральный закон были внесены изменения. Точное место, где в городе будет располагаться территория азартных игр, пока не озвучили. Напомню, ранее в числе предполагаемых называли медиа-центр в Олимпийском парке и горнолыжный комплекс «Горная карусель» в Красной Поляне. Внесенные изменения в действующее законодательство предполагают возможность организации игорного бизнеса на территории олимпийских объектов, на землях, предоставленных для строительства олимпийских объектов, из внебюджетных источников. Этот вопрос будут решать на уровне краевого и российского правительства. Проект игорной зоны в Сочи планируют запустить весной, в мае 2015 года. Что касается работы игорно-развлекательного форума, сегодня его участники поговорили об инвестициях в отрасль, европейским опытом развития горного бизнеса поделились зарубежные эксперты. Также на конференции поговорили об горном бизнесе как факторе развития туризма, что крайне важно для Сочи.